Мы с Аней записали дуэтную песню «Историю любви» и сняли на эту песню клип. Мы волновались, очень долго готовились к этому, но очень рады, что у нас все получилось. Ты хоть кого-то потрогал? Да. Точно? Да. Я тоже рада, я вот со сцены пела, смотрела на тебя. Я был на сцене. Какой поп-тяж. Всем привет, это Vision News, и мы находимся на премьере клипа «История любви» Александр Скрип и Анны Калашниковой. Пойдемте с нами. Фью. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вам сегодняшняя атмосфера этого мероприятия? Супер, супер, супер. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Мы волновались, очень долго готовились к этому, но очень рады, что у нас все получилось. Это «История любви», правильно? «История любви», да. Мы с Аней записали дуэтную песню «Историю любви» и сняли на эту песню клип. Сегодня мы это увидим, да, получается? В некоторое время вы увидите. Спасибо, благодарю за то, что люблю. В истории любви я твое имя пишу, и никогда тебя там не отпущу. Спасибо, благодарю за то, что живу. Ну что, Влад, здорово! Здорово! Снова с тобой встретились, как твое настроение? Настроение прекрасное, офигенно. Второй раз ты выступаешь, верно? Насколько я знаю. Да. И как твои ощущения, как твои эмоции? Все просто супер, аудитория бешеная просто. Бешеная, но да. Это лучше, чем в тот раз было, или так же? Я думаю, лучше. Лучше. Да, потому что все ближе, да, да, всех, да, можно потрогать. Ты хоть кого-то потрогал? Да. Точно? Да. Надеюсь, вы ее узнали. Это очень круто, я рад, что с вами познакомился, наконец-таки. Я тоже рада, я вот со сцены пела, смотрела на тебя. Я был на сцене. Такой поп-сяж вообще, просто рада тоже, рада. Ну вам вообще как в целом мероприятие? Бомбическое мероприятие, я еще ни разу не села, не посидела, потому что здесь очень большая энергетика, классные артисты. Ведь не всегда жизнь бывает такой. Все, хватит. Как тебе атмосфера сегодняшнего дня? Просто прекрасно. Ты еще будешь выступать? Сегодня, к сожалению, нет. А завтра? А завтра, конечно, да. Вот и подошла премьера клипа к концу. С вами была Vision News. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, не забывайте про лайки. До новых встреч.